В Москве ежегодно проводят студенческий турнир по якутскому многоборью «Игры Ботуров». В преддверии открытия соревнований спортсмены встретились с постоянным представителем республики при президенте России Юрием Куприяновым. Рассказывает наш корреспондент в Москве. Это можно назвать слетом студенческих активов центральных вузов страны. 54 участника игр Боутеров из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска, Екатеринбурга, Красноярска и Иркутска прибыли в столицу для участия в спортивных играх якутского многоборья. Юрий Куприянов отметил, что нынешний спортивный праздник посвящен 95-летию со дня основания Поспредства. Рассказал историю этого государственного органа власти и, конечно же, пожелал всем успешных выступлений и побед. В свою очередь студенты рассказали о себе. На эти игры, игры Батуров, мы участвуем уже, ну я сам лично с командой участвуем третий раз. В прошлом году заняли третье место, вот в этом году думаем только на победу, рассчитываем. Спасибо всем организаторам. Я думаю, будет интересно. В прошлом году вот наши вот с Хабаровска студенты заняли первое место. И вот как бы мы защищаем титул свой, поэтому нам нельзя проигрывать. Московский турнир по многоборью «Игры Боутеров» за 13 лет существования стал самым популярным спортивным мероприятием среди студенческой молодежи центральных вузов страны. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК «Саха», Москва.